Лучших спортсменов, представителей неолимпийских видов чествовали на церемонии «Звезды спортивного года» в Киеве. Спортивный комитет Украины проводит ее 6-й год подряд. В 2017-м на Всемирных играх в польском Вроцлаве украинские спортсмены-неолимпийцы добыли 25 медалей и заняли 5-е общекомандное место. Триумфаторы игр в основном и стали номинантами церемонии. Подробности далее в сюжете. Перед началом церемонии на экранах самые яркие моменты всемирных игр во Вроцлаве. Пауэрлифтинг, сумо, карате, кикбоксинг, тайландский бокс, прыжки на батуте и гребля на эргометрах. В этих видах спорта украинцы добыли 10 золотых медалей. Но первая номинация, дебют года, посвящена спортивному будущему. Победительницей здесь стала 9-летняя Александра Самойленко, чемпионка мира по вейкбордингу 2017 года. Я начала заниматься в 6 лет, да. Рассказал мне папа, показал за катером, как кататься. Я решила, что я хочу кататься. И меня первый раз повезли в какой-то лагерь, каштан. Это было в 5 лет, а не в 6. А с 6 лет я уже начала заниматься. Спортсменом года стал 21-летний Богдан Мачульский из Луцка, победитель всемирных игр в борьбе джиу-джитсу и серебряный призер чемпионата мира. Всемирные игры были одними из самых трудных соревнований в моей карьере. Почему-то все складывалось очень тяжело. С первого боя все пошло не так, как всегда. По ходу соревнований я втянулся в борьбу, и все сложилось. Очень хорошая была поддержка, очень много было болельщиков из Украины. И друзья приехали поддержать. Наверное, поэтому и получилось победить. Фаворитом в номинации «Спортсменка года» стала 4-кратная чемпионка всемирных игр по пауэрлифтингу Лариса Соловьева. По сумме 3 упражнений – приседания, жим и тяга – она поднимает 640 килограммов. Это в 10 раз больше, чем весит сама. Объявил победительницу киевский городской голова Виталий Кличко. Спортсменка года Лариса! Помимо статуэтки, спортсменку ожидал большой приятный сюрприз – сертификат на двухкомнатную квартиру в Киеве. Если честно, для меня это сюрприз, и я не знаю. Это действительно для меня большой сюрприз. Я даже еще не считала, руки дрожат, волос дрожит. Я очень благодарна просто, что меня и номинируют, и выбирают на эту номинацию. В этой номинации выбирают победителем. Есть стимул и мотивация идти дальше, и тренироваться, и побеждать. Елена Дидух, Петр Галка, UATV.